там нет меня, где на песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая. В канун предстоящего моего дня рождения я стала получать вот такие подарки. Один из подарков — это вот такой вот блендер электрический, 3 в 1. Сейчас мы посмотрим. Это то, что я очень хотела, мечтала, и никогда практически у меня такого блендера не было. Я сейчас его разверну. У меня очень хороший оператор стоит. Он, правда, не дышит. Значит, здесь съемные насадки. Вот такой вот погружной блендер. К нему... Сейчас я минуточку протаскиваю. Вот такой вот стакан. Сейчас вытащим упаковку. Это то, что надо для кухни. Вот такой вот погружной блендер. Очень удобный. К нему сам вот этот вот блендер идет. Вот так вот. Это все, что нужно хозяйке на кухню. Венчик. И что самое очень важное для меня, то, что я давно хотела, это вот такой вот тоже как он, измельчитель. Вот такой измельчитель. Находится к нему нож. Можно все здесь измельчать. И орехи, и фрукты, и ягоды, и фарш. Ну, все что угодно. Очень-очень удобно. Все это вот так вот вставляется. Все измельчается. Работается очень быстро. Вот такой. Это мой подарок. У меня скоро день рождения. Я уже стала получать подарки. Это мне старшая дочь прислала вот такой подарок. Немножко заранее, ну и что? Зато я с удовольствием уже буду пользоваться. Чему я очень-очень даже рада. Спасибо большое. Подарки всегда приятно получать. Заранее, позже, в день рождения. Очень довольна. Так что теперь блины, пироги, различные крема взбивать, белки, желтки. Ну, все что угодно. Тесто делать можно теперь только применять вот такой вот блендер. Уже не руками.